Так, ну что? Кушаем яблочки, да. И наблюдаю. И смотрим по сторонам. Ребятки, смотрите, какие... Заживо природа, да, за это красотой. Смотрите, как спускаются облака на горы. Это у нас первый привал. И мы находимся в сказке. Привал называется. Сказочный привал. Да. Вот. И смотрите, ну тут небольшой ветерок, и я надеюсь, что он пригонит все-таки вот эти все облака к нам. Не знаю, то, что если вы будете подниматься, всегда берите теплые вещи. Но мне хочется, чтобы облака прям на нас опустились, хотя тут такая... Пока... Там дальше будет то, что в облаках. Здорово. Здесь подходишь прям к самому. Падает, да, так устрашаешься. А мне нравится, знаешь, такое ощущение, как будто я где-то вообще в такой местности, в которой даже ни разу не была, вообще, в принципе, не представляла. Где-нибудь в Скандинавии, такое... да? Да, посмотрите, там еще домик такой, какой-то японский, похож. Ну, тут атмосфера непередаваемая, вообще, это совершенно другое какое-то измерение. Вот, именно то, что я хотела сказать. Вот покажи, ты как облачко такое. Медленно приближается к нам. В этот Джимирджи проводить еще медитацию какую-то. Да, вот здесь да. Вот просто расстелиться и там. В этот Джимирджи тут поставить палатку и пожить недельку. А вот смотрите, вот там вот, вон там облачко выходит из-за пригорка. Очень тоже причудливой формы. С той стороны находится, что он говорил? Каменное море, да, мы покажем вам. И ручей, водопад Джур-Джур. Стоп,